В глазах интерес и удивление, в руках фотоаппарат. Так принцесса Японии сегодня впервые гуляет по Казанскому Кремлю. Причем, чтобы запечатлеть каждый момент, ей не понадобилась армия королевских фотографов. Принцесса прекрасно справлялась и сама. Она то хотела сфотографировать Кувшариф, то башню Сеймбике, то Коран. Мы ей показали из фондов наших Коран, который был издан в Японии. История принцессы Хисако Такамодо – это японская история Золушки. С будущим мужем она познакомилась, работая простой переводчицей. Впервые встретившись с принцем на приеме, практически через месяц она получила предложение руки и сердца. Сегодня по улыбке принцессы легко понять. Настроение у нее отличное. Наверняка это связано не только с теплым приемом в Казани, но и успешным началом чемпионата для сборной страны восходящего солнца. Причем Такамодо по совместительству председатель Национальной ассоциации футбола Японии. Последние 20 лет она также не пропускает практически ни одного чемпионата мира, посещает все страны, в которых участвует сборная. И вот в этом году это Россия, и в частности Казань, потому что, как вы знаете, здесь базируется команда Японии. Визит принцессы Японии в Казань по-настоящему историческое событие, ведь в последний раз представители императорской семьи были в нашей стране 102 года назад. Тогда, в далеком 1916 году, во время Первой мировой войны, они приехали в Россию в качестве представителей союзной державы. Как оказалось, о историческом для России событии японские туристы даже не догадывались. Узнав, что находятся в одном городе с членом императорской семьи, были приятно удивлены. Да, принцесса очень любит футбол. У нас ее даже называют покровительницей сборной. Здорово, что она тоже в Казани. Это как минимум неожиданно. У вас очень красивый город. Будет интересно встретить принцессу Такамадо где-то на местных улицах. Особенно учитывая то, что мы в Японии ее не видели. Кстати, это вполне возможно. Сразу после экскурсии по Кремлю принцесса попросила отвезти ее за сувенирами на Баумана. Позже покровительница сборной отправится на тренировку команды. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.